нарушаете 54-й федеральный закон. У вас менее 30 метров от первого пикетирующего. Вы посмотрите направо. Стоит пикетирующий возле памятника Владимира Ильича Ленина. Я вам предлагаю добровольно прекратить свои противоправные действия, либо отойти на 30 метров. Вы не успели сказать, что нельзя ходить с плакатом. Что говорите? Не все такие грамотные от полиции. Вот плакат номер один. Человек вышел, начал, началось все с этих слов. Мы, конечно, будем ставить спонсоры, будем разговаривать, будем общаться. Вот Тимур Фамирович нас снимать будет, наш штатный блогер. Значит, привет, Тимур. Вот я сейчас выдвинул инициативу дискуссионный клуб свой перенести на улицу. И помнишь, как мы на Рынском сквере проводили такой гайд-парк? Сейчас мы... У меня трансляция идет. Давай, вот ты это, пожалуйста, объяви. И мы будем там с тобой людей собирать. Как это делали? Не за ЗПР. Там ниже в Мугере. Вы нарушаете 54-й федеральный закон. Стоите менее чем 30 метров от первого пикетирующего. Предлагаю вам. Товарищ подполковник, вы девушке, женщине говорите не в микрофон, она же напугается, она старенькая. Ко мне иди. Руки прочь от бабушки! Руки прочь от бабушки! Руки прочь от бабушки! Байкал наш! Недра наши, леса наши! Народ власть! Мы здесь власть!